Привет-привет, друзья! Ну, раз у нас уже тема такая пошла, то сегодня, друзья мои, сейчас сделаем с вами безумный челлендж по еде. Да, челлендж будет заключаться в том, кто больше съест еды. Мой говорящий Том 2 или его помощник Флип. Ха-ха-ха, или это Бипа. Я постоянно путаю, друзья. Кто знает этого с лампочкой, это Флип или Бипер? Напишите в комментариях, потому что я вообще запутался. Я знаю только сахарочек. Ребят, ну что, приступим к нашему безумному челленджу. Ту-ту-ту-ту-ту. Кстати, можем еще сюда добавить джинджера. Хотите? Будет джинджер соревноваться. Котик Том и Бипка. Прежде чем мы начнем, ребят, давайте под этим видео наберем 300 лайков. 300 лайков перед Новым годом. Это вообще совсем чуть-чуть. Вы мне сделаете таким образом огромный-огромный подарок. Я всем передаю вам приветы, ребят. А кто хочет личный привет, пишите в комментариях. Меня зовут так-то, хочу привет. Все, ребят, поехали. Так, мой маленький Том проголодался. Ух, ребят, смотрите, у нас что здесь? У нас очень много вкусняк. Есть сладкая вата, есть пирог, перчик, инжир, сачок. Ой, мороженое, арбуз. Ладно, ребят, что я все перечисляю? Ого, ребята, какое вкусное мороженое. Том, ты будешь мороженое? Ребят, а если... Ого, ого, он просто в восторге от счастья. А еще, сколько сможет съесть котик Том мороженого? О, ребят, так может мне устроить челлендж по мороженому? Кто больше съест мороженого? Котик Том уже съел 3. А ну, 4-е, ребят, 4-е мороженое съест или нет? 4-е мороженое у котика Тома во рту. Это же круто. 5-е будешь? О, ребят, он будет 5-е. 5-е мороженое. Капец. Супер, супер. Так, ребят, 6-е будет? Открывает рот. Ребят, у него уже полный этот 5-е мороженое. Он съедает. Вот это челлендж, друзья мои. 6-е предложим ему. 6-е. Все, ребят, он отказывается. Он отказывается. 5 морожен съел котик Том. Давайте Бипке дадим. Бипка, мороженое. Раз. Гляньте, глаза какие классные. 2. Воу-воу-воу-воу. 3. Офигеть, ребят. 4. Бипа, давай, Бипа, давай. 4 мороженого съел Бипа. Так, 5-е будет, интересно. 5-е. Открыл рот. Ребят, 5 морожен съел Бипка. Обалдеть. Так, 6-е. Открывает рот. 6-е мороженое. Бипа выигрывает этот челлендж. 7-е будет? А ну то. Нет. Он вообще наелся. А Бипа проглот. 8-е. Сейчас будет 8-е, ребят. Мне кажется, он съест его. 8-е. Вот это железяка. 8 морожен. 9 морожен. Он все мороженое, ребят, съел. Бипа съел все мороженое. Так, у меня еще вроде бы было одно. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Сейчас я найду, сейчас найду, найду. Где-то голубенькое было. Вот оно. Где же оно? Где же оно? А, вот. 9-е мороженое. 10-е. Офигеть, ребят, Бипа проглот. А ну, 11-е. 11-е, ребят, он, наверное, все ест. А мы Тому дадим. Будешь еще? Том уже проголодался. Том замерз, ребят. У Тома 6-е мороженое. 6 против 11. Все, Том наелся. 6 против 12. О, ребят, давайте посмотрим на Джинджера. Только есть один вопрос. Есть ли у Джинджера мороженое, ребят? Давайте посмотрим. Так, Джинджер показывает, что у тебя тут вкусненького. Ребят, есть шоколадный заяц. Есть конфетка, есть вишенка. Есть тортик. Тут. Давай мороженое, мороженое. У нас челлендж по мороженому, Джинджер. Так, ребят, где же у Джинджера мороженое? Круассан, банан, кокос, лук. Картошка фри. О, я люблю картошку фри. Хотя она очень вредная, друзья мои. Так, перчик, киви. Ну неужели нету у Джинджера мороженого, ребят? Нету, вы представляете? Ну давайте тогда ему запихнем шоколадного зайца. Шоколадного зайца, а ну. Раз, шоколадный заяц. Не понял, а где второй? Ребят, тут больше нету. Хорошо, давай посмотрим, сколько ты всего сможешь кушать предметов. Ты 2 съел. 3. Так, не хочет. Круассан не хочет. 4. Съел луковицу. Картошка фри. 5. 6. Джинджер тоже, ребят, проглот. Так, киви не хочет. Не хочет пряник. Так, 6 скушал только. 7, ребят, 7-ю морковку он съел. Пугнул и дальше будет кушать. 8, ребят, он тоже не насыта. 9. Пуг и дальше конфетку не хочешь. Кокос не хочешь.
Он сейчас вырвет, ребят, смотрите. Пока что 8. Картошка фри. Ого, 9. Картошка фри, 9. Перчик 10, ребят. 11. Короче, он, ребят, ненасытный. Он не такой, как котик Том. Смотрите, он жрет все. Так, я даже не знаю, у нас челлендж по мороженому, да? Да, смотри. Да, уже все, не хочешь? Да, я уже сбился со счета, ребят. Он жрет и жрет. Капец. Ему все мало, ребят. Он взял тарелку с супом. Обалдеть. Обалдеть. Джинджер против Тома и Бибки. По-моему, ребят, самый проглот это котик Джинджер. Ну не, Бибка тоже там, ну это металлическая штучка. Она жует и выбрасывает, наверное, сзади там у нее бочоночек с мусором. Ладно, ребят, ставьте лайки. Это же круто, да? Котик Том сражался в челлендже по мороженому с Бибкой и проиграл. Но самый проглот оказался котик Джинджер. Это капец. Да, друзья, вот эти мои малыши-карандаши на яблоко. Ох, он уже проголодался. Бибка тоже. Обалдеть, ребят. Все, не буду вас задерживать. С Новым годом наступающим вас. Завтра еще один денечек. И вечером придут Деды Морозы с подарками. Ай, классно. Классно, классно, классно. Ставь лайк, подписывайся на канал. Завтра еще тебя ждет 3 видоса от меня. И устроим какие-то дикие челленджи. Поэтому, если ты за челлендж, то пиши коммент, плюсик. И ставь пальчик вверх. Пока.